Всем доброе утро! С вами снова я. И сегодня на моем канале, ну, весьма необычное, наверное, видео, потому что, во-первых, сегодня 1 мая, так что всех поздравляю, но это видео, наверное, выйдет уже поздно, где-нибудь числа 3-го, 4-го, вот, поэтому, ну, не знаю, как я успею. Сегодня же 1 мая, все-таки мы собираемся в Кокшасть. Но история не об этом. Я пью сейчас ромашковый чай, свой любимый сейчас, я в последнее время подсела на него с утра. Вот, и муж у меня ходит по дому голодный, поэтому нужно срочно приготовить завтрак. И меня просили показать видео, как я готовлю свой фирменный любимый рулет из лаваша. Вот, так что, если вам интересно, то, ну, конечно, оставайтесь со мной. Обычно я все готовлю на глаз, вот это правда. Блинчики, торты, пирожные, там, ну все реально, даже вторые блюда, супы, все на глаз, все на глаз. И в принципе этот рулет, ну не то чтобы на глаз, рулет готовится обычно из того, что есть в холодильнике. Будь здоров! Я вам покажу такой более стандартный набор, наверное, который мы больше всего, ну мы, я больше всего люблю. Итак, самый главный ингредиент и самый мой любимый ингредиент в этом рулете – это авокадо. Я обожаю авокадо. Он у меня, видите, не совсем хороший, но я выбирала просто, чтобы он был спелый и более или менее мягкий. Потому что твердый, незрелый авокадо, он не очень вкусный, сразу вам скажу. Выбирайте авокадо мягкий, но тоже не гнилой, конечно же. Следующий тоже обязательно ингредиент – это у меня огурчик. Огурчик этому рулету придаст свежести, знаете, и сочности рулета. Он прям напитает немножко у нас лаваш и будет очень-очень вкусно. Собственно, сам лаваш. Лаваш у меня такой обычный, стандартный, мака. И больше всего, конечно же, я люблю вот такой лаваш бездрожжевой. Я обязательно смотрю, чтобы лаваши... Сейчас умудряются делать лаваши с добавлением дрожжей. Так что смотрите, чтобы он был бездрожжевой. Много раз я показывала в своих видео и в Инстаграм, по-моему, выкладывала фотографию, что я вот очень люблю такой творог мягкий. Обязательный ингредиент, конечно, тоже один из самых моих любимых ингредиентов в этом рулете. Это вот такая вот рыба красная. Это у нас форель слабосоленая. Больше всего мы любим рыбу в магазине «Карусель». Мы всегда в магазине «Карусель» покупаем вот на развес такую рыбу красную. Она там самая вкусная, она в меру соленая и, в общем, ладная. Реклама «Карусели» прошла, все. Дальше. Сейчас вот я взяла тоже адыгейский сыр. Это один из моих любимых видов сыра. Очень люблю адыгейский сыр, но можно и без него обойтись, в принципе. Но сегодня я положу его. У меня в качестве зелени, помимо огурчика, еще будет вот такой вот салатик. Просто обычный листовой салат. Тоже будет очень вкусно и очень будет красиво по краям выглядывать. Последний ингредиент у меня на сегодня, это будет вот такая пекинская китайская капуста. И в принципе вот это все. Капусту китайскую я вообще решила взять только один лист, потому что очень много у нас ингредиентов. Поэтому, ну, это будет чересчур много зелени. Кстати, можете заметить, вот тут у меня сушится, как же его, сушится салат. Да, его ни в коем случае не надо разрезать. Теперь моя любимая рыбка. Боже мой, как она пахнет. Разрезаем ее вдоль. И, конечно же, обязательно проверяйте в рыбе иногда, даже вы... О, я уже нашла. Проверяйте на наличие косточек. Так, теперь осталась самая кайфовая часть. Мы будем все наши ингредиенты распределять и закручивать в лаваш. Дело дошло до лаваша, и, блин, я немножко лоханула, смотрите. Тут дырявится лаваш. Это не потому, что все лаваши такие плохие, нет. И
В принципе, этот лаваш этой фирмы тоже хороший, просто этот лаваш лежит у нас уже 2 дня. Нужно было купить новый, но в магазин бегать не хочется. Я буду как-то выкручиваться, делать из этого лаваша, черт возьми. Буду делать сразу двухслойное, чтобы вот из этих дырочек у меня ничего не посыпалось. Сначала один слой промажу творожком, на него наложу второй слой. Вот так что у вас это все будет в один слой. Так что вы не заморачивайтесь. Покупайте всегда свежий лаваш сегодняшним днем, смотрите, обязательно. Вот, и храните лаваш в пакетиках, потому что он очень быстро сохнет. И теперь смотрите нюанс. Если вы тоже такие палочки будете складывать, имейте в виду, что если вы будете заворачивать в этом направлении, то ну, ни в коем случае, конечно, вот так не кладем. Потому что рулет будет плохо собираться. Все кладем параллельными линиями. Таким образом. У меня уже лаваш немножко такой размяк, очень долго я его держала, нужно это делать быстро, чтобы он уже, знаете, пропитался творожком в состоянии завернутом. Ну, в общем, я постараюсь сейчас все это завернуть. И смотрите, заворачиваете лаваш плотно. Все у меня получилось, смотрите, вот такая вот получается длинная-длинная палка, нужно его сейчас разрезать напополам и в холодильник отправить. Девчонки, рулетик вот такой вот готов, рулет из лаваша, смотрите, красиво смотрится, но это было бы еще более аккуратно, если бы я не переборщила с, знаете, с чем, с начинкой. Вот этой начинки, которую я использовала, нужно было взять пополам, потому что я думала здесь но все-таки 2 лепешки, думаю, сделаю 2 рулета. Но вот пришлось сделать из 2 рулетов 1. И получилось, что они такие очень-очень толстые. Но обычно они не такие плотные получаются, не такие большие. Наверное, это жутко вкусно, я сейчас попробую. Ну и опять-таки, девчонки, здесь по своему усмотрению вы можете менять любые ингредиенты. Если вы не любите авокадо, не надо давиться и класть обязательно авокадо, потому что Таня сказала так. Вот. Если вы не любите рыбу, то можете попробовать с крабовым мясом, тоже, в принципе, неплохо получается. Можете попробовать с курицей, да с чем угодно. Желаю всем классных майских праздников, желаю всем приятного аппетита, если вы сейчас кушаете. Желаю вам красивых фигур к лету. Вот. И, в принципе, это, наверное, все. Если вы тоже делаете такой рулет, отпишите там свои какие-то рецептики, какие-нибудь, может, секретные ингредиенты есть еще, которые я не пробовала. Вот. А если вы не пробовали, то обязательно, конечно, попробуйте. Пока-пока!